Устанавливаем и создаем тему в Adaptive Schemas. Для того, чтобы установить вот эту вот чудную тему, которая позволяет нам создавать темы, нам потребуется сначала установить вот этот вот компонент atoll. Копируем адрес ссылки, 8 Drupal встает, все нормально. Заходим в расширение, установить новый модуль, вставляем ссылочку и жмем установить. Все, отлично, мы установили. И давайте его сразу же включим. Включаем данный модуль. Отлично. Пол дела сделано. Отлично. Мы установили генератор для темы. Теперь нам потребуется установить саму тему. То есть, вот она сама тема у нас. Здесь описывается, как создается тема, что нужно скачать и так далее. Опять копируем адрес ссылочки. Заходим на сайтик, жмем оформление, жмем установить новую тему и вставляем URL, что мы копировали. Жмем установить. Тема у нас установилась. Давайте ее установим. Ставим. А ее здесь нет. Как так? Не волнуйтесь, все нормально. Тема на месте. Ее нужно просто сначала создать. То есть заходим от темы, у нас появилось, пишем название нашей темы. Во всех настройках я еще не разобрался. Ну как здесь запустить тему, я вам расскажу. Ставим шаблоны, галочку. Схемы Settings, PHP, ставим галочку. Здесь вы можете задать описание к своей теме. Строку версии я не знаю, что вставлять, пока не разобрался. Ну и отправляем. Теперь нам потребуется вернуться в настройки наших тем и установить ее. Давайте включим, восстановим ее по умолчанию. Все отлично. Тема установилась. Установим ее по умолчанию. Давайте зайдемте на сайт и посмотрим, как выглядит наша тема. Ну вот так вот стандартно выглядит наша тема, уже встроена менюшечкой. Ну неплохо. Всем спасибо за просмотр.